Девчонки, пока я ездила в город, муж у меня пока по больнице бегала, приготовила сегодня суп, борщ и вкусную-привкусную кашу. Вот так вот. Так, ребят, сейчас я вам покажу объем вот этих контейнеров, потому что потом многие спрашивают. Дорогие друзья, контейнеры я все брала на Валберес. Вот многие спросили вот меня про эти, показать чисто один контейнер, какого он объема. Объем он 3,5 литра. Вот, видите, вот он. Все контейнеры пришли целые, к ним также идут крышечки. Потому что спрашивают, в них удобно хранить хоть крупы, хоть что. Дальше. Вот эти, которые сегодня у меня пришли. Показываю. Вот я специально сейчас те достала, верите, нет. В нем идет это набор из 3 штук. Сейчас я их все достану и покажу вам. Закрываются, кстати, вот самый большой, видите, крышечка здесь. Вот она, сам контейнер. Этот контейнер на 3700. Литраж написано. На нем есть значок, то, что он пищевой, ребята. На тех тоже есть значок, что он пищевой. Потому что многие пишут, Настя, ты покупаешь контейнер, ты не проверяешь, а вдруг он не пищевой. Ребят, я всегда смотрю, если я знаю, что я буду сюда крупы или что-то ложить, я проверяю значок. Значок пищевой. Так, второй контейнер сейчас достану отсюда. Третий маленький. Второй контейнер вот такой вот идет. Видите, тоже защелкивается хорошо. Он объемом идет 1,8 литра. Вот он. Он классный контейнер. Мне, например, очень нравится. И третий контейнер вот такой вот маленький. В нем удобно хранить хоть майонез, хоть остатки салата, что угодно. Объем у него 550 миллиграмм. Вот считайте, три вот таких вот контейнера у меня пришло. Вот они. Мне нравится. Да, я знаю, что вы мне потом напишите, Настя, ну зачем тебе они нужны? Извините, пожалуйста. Я вам уже говорила, что я хочу переорганизовать. Маша! Маша просыпала крупу. Приношу извинения, придется прерваться. Приношу извинения. Просто Машенька просыпала крупу. Помните, я вам говорила, что я хочу переорганизовать свою кухню. В плане хранения круп. Для удобства. Я как-то вам показывала, что я покупала вот такие контейнеры. Объем у них 2100. У меня их всего таких 2 контейнера. Очень мало. Нет, 3, 3, 3, вру, 3. В этот раз я в магазине, в садик пошла, зашла в магазин, смотрю, ага, появились контейнеры. Причем хорошие, удобные. Но не было с собой денежек столько. На следующий день, когда опять в садик пошла, я их купила. Вот такие вот, 3 штуки. Объем у них 2700. Вот эти вот 2100, эти 2700. Взяла я их 3 штучки. Таких вот. Очень классные. Они вот, смотрите, открываются. Вот, пожалуйста. Она уже хоть ты как ее тряси. Вот если у этой вы откроете, то при наклонении она сгибается все равно. Видите, легко. А эту надо уже силы приложить, чтобы закрыть. Она еще щелчок делает. Видите? Классные контейнеры. Я вам говорила, что я хочу переорганизовать кухню. И постепенно, понемножку, как есть возможность, я покупаю эти контейнеры. Я покупаю вот такие вот контейнеры. Мне даже присылают посылками, за что огромное спасибо, когда вот что-нибудь наподобие для кухни, контейнеры какие-нибудь. Это я обожаю вот это вот. Серьезно говорю. Поэтому вот многие меня осуждают. Настя, вот они тебе не нужны. Ребят, ну мне же надо как-то крупы хранить. Потому что в пакетах лежат оно все равно, ну не то. В контейнере оно удобно. Друг на дружку поставила, меньше места займет. Если кому не нравится, но это уже ваше дело. Вы можете у себя хранить, как вы хотите. Я вас не принуждаю. Вот закажите. Ни в коем случае, ребят. И по поводу видеороликов. Вот иногда выходит, да, рекламируешь канал. Многим тоже не нравится. Ребят, у меня реклама заказывает, как вы знаете. Реклама недорого, я сразу говорю. Ну, вот заказывает иногда прорекламировать канал. Что вам трудно? Подойти и подписаться. Посмотрите, если вам понравился канал, то подпишитесь на него. Ладно, всем всего самого хорошего. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас такая жара стоит, ужас. Вообще жара, это жестко. Сказано, да, жара. Ой, надо поливаться опять. Опять надо поливаться. Все опять. Вон что, все вянет от жары.
Я хочу сходить в парник, посмотреть, что там в парнике творится. Картошка вон цвести уже потихоньку вроде начинает, видите? Курочки наши. Сюда мы остатки огурцов высадили, которые у нас остались. Надеемся, может что-то вытянется. Вытянется, так вытянется. Сегодня муж тут траву косил. Огурцы уже надо подвязывать. Но пока еще не сильно. Очень жарко, очень-очень жарко. Там помидоры у меня тоже надо полоть, подвязывать. Недавно полола, вот еще до них не дошла. Опять надо все полоть. Видите, тут стоят такие помидорки. Тоже подвязать надо все сделать. Вы просили показать вам наши парники. Я показываю. Вон помидорки с перцами тоже стоят. Хорошенькие помидорки. Подвязать только надо их. Вот тут даже помидорки висят. Смотрите, ребят. Видите, помидорки висят. Вот там помидорки висят. На некоторых надо заняться, ими подвязать. Но сначала с грядками расхлебаюсь, потом уже с ними будем, ребят, заниматься. Так что вот так вот. Ладно. Картошечка наша. Вот там вот совсем последнюю садили, уже мелкая была. Тут картошка. Вы просили показать, я вам показала. Просто некогда пока, ребят. Еще надо вот там вот грядку с укропом прополоть. Вот эти вот грядки надо прополоть. Еще свеклу это напоследок оставила. Тут Света сегодня полола грядку с морковкой одну. А мне остальные надо будут. У меня вот там грядка с укропом, грядка с горохом. И вот эти вот раз, два, три мои. Это детки пололи. У меня тут муж навоз разложил. А я вижу ягодку-малинку. Ягодка-малинка, оп-оп-оп. Видите? Дети каждый день ходят, обрывают, кушают. Да, у меня лесная ягода растет везде, как сорняк. Ладно, всем хорошего дня. Я вышла на улицу. Жду доставку. Мне позвонили, сказали, через 10 минут прям к дому будет доставка. Но я так думаю, это подарок, который я заказала Марине с Оксаной на Новый год. Если это так, то сегодня я вам распакую, покажу и спрячу им на Новый год. Так как они у меня видео мои не смотрят, поэтому я не переживаю, что они увидят вдруг. Сейчас дождемся и посмотрим, что уже там пришло. Дорогие друзья, да, пришла посылка, это с Алиэкспресс, которую я заказывала. Сейчас мы с вами ее распакуем, посмотрим. Там должны прийти две куклы. Две по цене одной. Я видела уже блогеры такие заказывали своим детям, им понравились. Сейчас мода идет 40-60 сантиметров. Ну и вот я заказала тоже своим девчонкам на Новый год. Сейчас с вами распечатаем, посмотрим. Пока их дома нету, пока Мариночка у меня спит, мы с вами взглянем. Интересно, пошлите смотреть. Так, друзья, Света, давай помогай. Сейчас будет Света мне помогать распаковывать. Я боюсь, тут должно прийти две по цене одной куклы. Мы со Светой смотрели, и мы решили, что Марине с Оксаной мы их на Новый... Да, две, класс. На Новый год мы их закажем. Так, давайте сначала куй. Блин, как же я нервничаю. Они должны быть в красивых, ребята, коробках. Шу-шу-шу, откроешь. Так, подожди. Не, давай как-то уже это... Давай мне вторую пока, а ты пока эту раскрой. От упаковки освободи, хорошо? А я пока вторую распечатаю. Ребят, открываем у вас на глазах. Надеемся, там красота будет. Неописуемая должна быть. Потому что у видео блогер распаковывала девушка. Тоже женщина, своей дочери она заказывала. И мне, ребята, очень сильно... На распаковывай пока, я давай это... А, не такая красочная коробка, как у нее. Там красивая такая коробка была. Но сейчас все равно мы с вами распечатаем и посмотрим, что уже там. О,
Нет, они разные должны быть. Смотрите, вот такой наборчик в комплекте есть. Подожди, подожди, пока. Давай это. Обувь. И смотрите, ребята. Как классно. Там еще что-то есть? Нет, все. На, распечатай пока лицо, а я пока во второй покажу, что комплектация есть. Тут обувь уже желтая. Ну, какая разница, комплектация будет. Тут даже комплектация, смотри, цвета разная. О, давай я покажу. Смотрите, какая кукла. Ну, смотрите, часть волос отошла. Но это и пофиг с ним. Вы посмотрите, какая она огромная. Я вообще... Классная. У нее все сгибается. Обувь тут, смотрите, вот со второй шла вот эта комплектация, вот с этой куклы. А с этой вот это вот, тут туфельки на каблуках, сумочка, расчески, фен, всякие духи. Попробую обувь ее, вот с этой, эта обувь шла. А я сейчас пока вторую достану и посмотрим, что там. А там должна быть в костюме, ребята. Все, а тут должна быть в костюмчике у нас куколка. Ребята, ссылочку я могу оставить в описании. Вы посмотрите, какая классная. Слушайте, классная вообще кукла. Мне понравились. Шубка так развязывается. Трудно одевается? Волосы, ребята, вы посмотрите, какие волосы. Вы посмотрите, какая куколка. Вообще классно. Не, ну у нас такие первый раз, да, Света? Скажи, вы посмотрите, какая она огромная. Эта кукла идет, сейчас, если здесь написано, то она, по-моему, 40 сантиметров. Вот смотрите, все, что здесь написано, я вам покажу. Но она, по-моему, идет 40 сантиметров. Давай покажем комплектацию. Вот одну ты открыла, да? Расчесочка, фен. А, это духи. Сумочка. Шапочка такая красивая. Зеркальце, вот такие вот резиночки и туфельки. Сейчас Света одевает на них. С ними шли вот такие вот туфельки. Ну, мне кажется, они маленькие, Свет, будут. А нет, нет, они, Света, не маленькие. Это почему-то босиком, мадама. Тата в носках, а это мадама босиком. И вот то же самое, только тут аж шляпа другая к пальту. К пальту. Вот такая вот шляпа с этой шла. Видите, вот она. Ну, по идее, можно сейчас достать, да, им дать? Может. Или на Новый год. Напишите обязательно в комментариях, как думаете, сейчас мне им отдать, а на Новый год еще заказать таких кукол? Или же все-таки убрать? Потому что я бы хотела, конечно... Ну, вот здесь тоже, смотрите, волосы немножко есть. Но это совсем немножко по сравнению. Вот у нас таких в городе я не найду, ребят. Вышли эти две куклы у меня на 1800. Они недорогие. А, у тебя там шорты есть? А у этой нету, я уже посмотрела. Это голенькая. Давай я покажу на этой. Смотрите, ребят, на этой шортике. Видите, как трусики есть. Это очень хорошо, потому что у блогера показывала она. Куклы были голенькие. И вот такие вот туфельки у нее в комплекте идут. Вот, смотрите, классно. Вы посмотрите, какие они красивые. Свет, тебе скажи, понравилось? Угу. Классный, да, и пока... А смотри, у второй какие туфельки. Вот у этой. Не знаю, но разного. Рассвета, да, разного. А так комплектация, по сути, то же самое. Резиночки, заколочки. Ну, вот такие резинки на кукол лучше не надо. Портятся волосы. Мы проверяли это уже на барбих. Поэтому такие резинки сразу выкинуть можно. И вот кроссовочки тоже классненькие. Не, ну, ребят, мне понравилось. Там разные куклы вообще есть разные. Мне там еще понравилось. Ну, вот послушаю вас, напишите в комментариях, сейчас деткам отдать или все-таки убрать на Новый год. Пишите обязательно. Жду ваших комментариев. Я хочу... Света, скажи... Ребят, смотрите, на моем фоне какая большая кукла. Мариночка спит, поэтому она не слышит. Наиграет там. Дай, подожди пока. Света хочет все-таки вторую одеть. Но я хочу показать вот на моем фоне, чтобы вы видели, что это реально большие куклы. Смотрите, вообще классные. Но мне вообще нравятся они. Все, отключаемся.